Привет, друг, ты на канале Киртоп. Вздутие живота заставляет себя чувствовать толстым. Круглый живот приносит дискомфорт не только эстетического характера, но и вынуждает организм избавляться от вонючих газов. Я расскажу 7 простых способов, как перестать пукать и избавиться от вздутия живота. Когда живот вздут, мы чувствуем себя громоздким, а также у нас могут возникнуть воспаление, изжога, боль в животе, тошнота, головная боль и так далее. Проявляйте о себе заботу, правильно питайтесь. Газы и запоры вызваны употреблением ряда продуктов, которые хотя и очень вкусные, но категорически не полезные. Именно поэтому необходимо уменьшить употребление вредных продуктов. Также стоит начать принимать продукты, которые помогут избавиться от боли, отеков, вздутия и запора. Вот самые эффективные. Тмин. Тмин стимулирует производство ряда полезных бактерий в кишечнике, что чрезвычайно важно, потому что они могут эвакуировать отходы и мусор, скопившийся за день, что помогает значительно уменьшить воспаление. Мятный чай. Мята расслабляет нас как внешне, так и внутренне. Употребление мятного чая поможет вам расслабить стенки кишечника и желудка, выведет газы и уменьшит боль. Имбирь. Имбирь имеет в своем составе специальный фермент, который борется с болезнями и желудочно-кишечными расстройствами. Просто добавьте имбирь в свой рацион питания. Папайя. Этот фрукт имеет питательное вещество папаин, которое отвечает за удаление вредных микроорганизмов, которые вызывают отек и вздутие желудочно-кишечного тракта. Лимон. Лимон обладает противовоспалительными свойствами. Каждое утро перед завтраком выпейте стакан теплой воды с лимонным соком. Это поможет очистить организм и избавиться от газов и воспалений. Петрушка. Эта пища хорошо известна тем, что обладает мочегонными свойствами. Добавьте ее в свой рацион питания, и вскоре вы заметите, как вы избавитесь от множества проблем с пищеварением. Ромашка. Употребляя ромашковый чай перед каждым приемом пищи, вы сможете облегчить дискомфорт или боль в животе, а также избавиться от отеков и газов. Применяя любое из этих средств, ты быстро избавишься от вздутия живота и не только. Поделись этим видео с тем, кто портит тебе воздух, или сохрани его для себя на всякий случай. Оцени ролик своим пальцем вверх или вниз и жми на колокольчик, а то выйдет новое видео, а ты и не узнаешь. Всем пока!